Евгений Капитанов, который за пультом вот написал такие слова. Ну, а я решил их озвучить, добавил музыки. Ну, исполню вам. Оцените, что получилось, как что. С листа будем петь. Так что. Ты присел. Не буду садиться. Песня такая священная, то есть лучше сказать. Названия даже нет у меня пока еще. В 41-м году прозвучало, а так вот есть такая строчка, то есть можно вот так. Много добрых, возвышенных, пламенных снов в 41-м году прозвучало. Русский дух воцарился над вторгшимся злом, порождая победы начала. А как было тогда, до нее далеко, под спасенной народом Москвою. Много доблестных воинов здесь полегло, отражая нашествие злое. Даже память о битвах России враги норовят осквернить и ослабить. На кого уповаете вы, чудаки, чьей стремитесь примазаться славе? День победы у нас, злые козни у них и парады заморских амбиций. А на братских могилах сияют огни и людей просветленные лица. Позабыли уроки жестоких боев, что оплачены русскою кровью. Переполнила боль нашу жизнь до краев, величайшую стала любовью, что народы на подвиг великий звала, подарила им вечную память, сохраняя в сердцах благодарных делам и сияя, как звезды над нами, что народы на подвиг великий звала, подарила им вечную память, сохраняя в сердцах благодарных делам и сияя, как звезды над нами.